Что ж, идем дальше. Где Вадим? Для шестого боя на татами в красный угол приглашается гость из города Баймак. Зовут его Сайфуллин Вячеслав. Давайте поприветствуем. Вячеслав, ты впервые приехал к нам на стрелку. Расскажи немного о себе. Я сам из города Баймака. Так работаю, учусь на юрфаке. Спортом каким-то занимаешься? Большинство атлетикой. Понятно. Зачем решил поучаствовать? Решил попробовать себя в чем-то новом. Ну что ж, соперник у тебя будет хороший, опытный, поэтому давайте пожелаем удачи нашему гостю города. Ну а соперником его будет, все мы его хорошо знаем, наш замечательный Сахаутдинов Вадим. Поприветствуем Вадима! Вадим, буквально пару слов, от тебя я многое не жду. Вадим, 19 лет, тренируюсь по аэрофутболу. Молодец, красавец. Аплодисменты Вадиму. Пойдем на середину. Готов? 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 Бой! Так, шестой бой. Давайте поддержим бойцов! Да. Да. Бой! Давай, Вадим! Пошел, дави его! Оп! Вот с этого, понимаешь? Аквапарк. Подожди, еще раз. Да? Бой! Вадим, руки подними, пошел! Работай, Вадим! Нажимай! Голову нельзя, голову нельзя. Вадим, работай! Давай, Вадим, работай! Давай, вот! Работай, давай! Бой окончен! Бой окончен за явным преимуществом бойца. Бойцы, не расходимся, проходим на середину татами. Итак, в этом бою за явным преимуществом победу одержал Сахаутдинов Вадим. Я прошу клуб «Единоборств Прайд» наградить бойцов от наших замечательных спонсоров. А это еще раз напомню. Кофейня «Изи Кофе». Это клуб, игровой клуб «Бункер». И тату-салон.